Четвертый век. Приготовься. Смотри, сколько я медленно иду. Это счета. Вот это вот, значит, тут были крупные. 5, 16, 21. Близко. Раз, два, три, четыре, пять. А здесь три файла. Даже два. А что такое 38 страниц? Корион, монах. Это кто? 38 не он. Николай Угодник. А, и второй Амвросий. Вот сколько, теперь смотри. Это 4 век. 16 файл. 17 файл. 2 часа 5 минут. Гляди, это 4 век. Это одни каталоги, сколько составит, время уйдет. Гляди. Тут мне помогал Сергей Павлович. 5 век. И так я прокидываю до 19 века. И после этого перебираю... Настольная книга священнослужителя, второй и третий том, это жития святых, которые не вошли. 174 жития. Я их тоже разнесу по векам и сюда вставил. И это еще далеко не все. Нет. Потому что 20 века нет. А 20 век мне вот сюда сядет. Он против советской власти. И мне это все в обвинение пошло. А теперь все знают этих мучеников. А тогда это не было. Впервые озвучено было. И здесь их уже нету. Все. Вот смотри. Я закрываю. Закрываю. Гляди внимательно. Так. Снова открываю. Я, может, не там закрыл. Сейчас покажу Златоуст. А покажу проповеди. Вот гляди как. Я показал только жития святых. Люди, которые... Еще она не открывается-то. Не открывается. А что же не открывается-то? В свете Библии. Так. Все книги Игнатия Лапкина. Здесь есть такое проповедь. Вот. Мои проповеди. Гляди. Я его нажимаю. Смотри, я скажу, это ни у Осипова, ни у кого никогда не было. Я нажал проповеди. 136 проповедей. 1136. Список проповедей по алфавиту. Гляди, нажимаю. Вот, посмотри, это вывел сюда. Все, Вячеслав. Список проповедей по алфавиту. Но она не очень тянет сильно. Что-то не получается. Вот она. Название проповедей, произнесенных в храмах, 1136 проповедей. А сначала было не так, анафема отступникам, 9 том, 363 страница. Анфим Никомедийский, 13 том, открытый Богом, 674 страница. Анфим, моли Бога о нас, 29 том, 506 страница. И теперь смотри, я протягиваю. По названию проповеди, какой том, какая страница. Я должен был заново молотить и молотить. Но это не все. Не забывай, гляди, это я протягиваю. Это все скрыто, люди не знают. И те, которые нападают, у них ничего нет, дырка в голове и на бумаге. Теперь я открываю снова назад. Но она медленно дает. Сейчас посмотри. Проповеди. Проповедей по алфавиту, по местам писания. А священник говорит, а у меня не название, а какое место Библии в этот день? Я беру, что за год священником павильона считаю 1136 проповедей. Евангелие от Матфея. Теперь я выстраиваю эти проповеди. Они в разное время у него. На первый, вот Матфея, первая глава, с 1 по 12 стих. Том 19, страница 597. Такой-то том, такая-то страница. Вот сколько. Матфея, вторая глава, какой том. Матфея, четвертая глава, какой том, какая страница. На каждый день священник только открывает. А у меня сегодня не Матфея, а Марка, пожалуйста, на Марка. Какой том? 27 том, 14 страница. Понимаешь? Ну, на каждом шагу, первый том, 8, 536. 12 том, 20, так, 12, 29. 14, 30, это том и страница. Теперь Лука. По местам Писания, которые указываются. На это у меня проповеди говорятся. Проповеди. Иоанна, Якова, Петра. Иоанна, римлянам, коринфянам, второе, ефесянам, 1 Тимофею и
проповеди по Ветхому Завету и на различные праздники и события. Это еще отдельно идет. Третий вариант. И дальше, 1 сентября, богослужение, воздвижение, встреча со Христом. Том и страница, том 27, страница 738. Ты понял? И когда бы я спал? Вот этого, что я делаю, вот здесь где-то, это Божья благодать. Моего там ни грамма себе не приписывает, это невозможно. Любой, который автор, профессор, доктора богословия, у меня тут суются, это невозможно. Это коллективу только работать. Все делал один. А вот которая разиновать, там Сергей Павлович помог. Немножко. Ты понял? Угу. Так это не все. Если бы все было. Аудио и видео. Аудио. Я сейчас нажимаю. Смотри, сколько всего здесь. Я считаю, «Житие» 17 книг, «Добротолюбие» 5 книг, «Златоуста» 12 томов. Разные духовные материалы святых отцов. Разные духовные материалы могут быть и не православные, но полезные. Интервью с Лапкиным там-то, там-то, там-то. Фильмы она снятые. «Предчувствие» — первое место на международном киноконкурсе. Дальше. Второй фильм «Златоуст из Потеряевки», ну, понятно о чем. Первое место в России. Другие фильмы. Во. Фотоальбом. И это все. Это вот сделал, кто мне помог. Особенно разметал сейчас все это. Наше песнопение. Вот «Златоуста», книги. Вот «Откиснем православие» по названию. Вот. Что мне нужно? «Обрадобритие». Гляди. «Обрадобритие». Нажал. Все, борода долой. Вот она, «Обрадобритие». Все, что сказали святые отцы. Библия, каноны. Все. Я возвращаюсь назад. Ну, тебе не это надо. Ну, любое скажи. Что означает? О милостыне, о посте, о священстве. О священстве. Я нажимаю. О священстве. Нестаинство и так далее. Места из Библии курсивом жирным. Курсивом это на бок. Посчитай, сколько. Это все приходилось печатать руками. Это все, что вот здесь есть, я все печатал руками. Ни ногами, ни голосом. Это буквы. Это мое. Это никто не делал. И поэтому люди, которые нападают, не только мы в разной весовой категории, а я их вообще не вижу даже. С кем разговаривать? Веру без дел он показать не может, я знаю. А дел у него никаких нет. И нападающие, если сюда суются, а теперь, вот я отвечаю, ответы на 4124 вопроса. Что тебя интересует? Канонизация, интернет, жития, женщины, ереси, дети, деньги, государство, это папки называются, мощи, мусульманство. Интересуешься? Чем? Ну найди. Община, объединение, патриархия. Интересуешься? Нет? Это мне вопросы в университетах задают. Ну, избери тему какую-нибудь. Община. Какой? Община. Община. А, Б, В, Община. ОП. Вот она, 29-я. Чуть-чуть. Вот теперь смотри. Я на нее только щелкнул, и открывается община. Вот они. Все вопросы по общине. Какой вопрос и какой том? Какой вопрос, какой том? 9-й том. Это ни у кого нету никогда. Он сказал, проповедь и забыто. У меня проповеди все отпечатанные. А это я ответы, которые в университетах, я не отпечатаны. Ну, тебе, какой вопрос? Избери. Если у вас община Барнаула, она зарегистрирована, то какие вы выносите в ней решения и выполняются ли они, притворяются ли в жизнь? Интересный вопрос? Да. А? Да. Давай теперь на него щелкнем. Я щелкнул, дальше ответы пошли. Присутствует отец Аким Лапкин, протоиерей, староста. Дальше что есть? Какие решения? Все здесь. И мои стихотворения. 3467 стихов. Вот она. А есть такие стихотворения напротив каждой строчки. 36 строчек. Место писания, где эта мысль взята. С главой, стихом. Это как? И вот это все, что я показываю, сделано в 9 лет. В 9 лет. Владимир Пащенко. Что он тут пишет? Этого года про Игоря Растеряева. Еще нашел этот новый ролик. Ну-ка найдем. Игорь Растеряев. Это он во всем виноват.
10 лет назад выложил комбайнеров, Леха Ляхов. И вот так пошел раз. И вот нажимаешь вниз. Вот так резко. Раз. Сюда. И тут, слава богу, пошла корюшка. Дай бог здоровья. В том году ее не было. В этом году она попелась на 2 недели раньше. Посидел он, видите, как. Ну, сняли кафе. Потершили ужасные. Ну ладно, мне он это не надо. 10 лет назад, друзья, в августе мы также приехали сюда, в Раковку, и если чуть дальше сюда проехать, там будет хутор Глинище к Игорю Растеряеву. Тогда он только-только начинал свой звездный путь. Закрыть окно. Звездный вот он путь. Что говорит, делает, все это талантливо, хорошо, это ни одного человека не поднимет к Богу. Нигде. Пытается над ним посмеяться, там сидят двое там в киностудии где-то позвали, и сами насмеялись над ним, но это нельзя делать. У него талант играть. Он видит, да, вот и Игорь, Рома лежат на кладбище, кто-то это сделал. Ну, а дальше-то что? Дальше ничего нету. А это что? Ой, это какой-то обман. Реуна-фуга какой-то. Может и не обман, Гнатий. А это как?